первом комкующемся силикогелевом наполнителе. Вот и антибактериальное супер впитывание, 100% натуральный, поглощает запах. Производитель. Кто у нас производитель? Непонятно. Китай какой-то вот. В общем, смотрите, какой он мелкий, уже рассыпан. Очень. Я считаю, что это, наверное, минус, потому что щеткой очень мелкий не надо собирать. Красивые. Ну, как и весь силикогель. Вот уже комочки якобы. Сейчас посмотрим, какие это комочки. Вот такого вида, как в принципе, компуется. Реально. И наполнитель остается чистым, остальной. Это, конечно, плюс. Так, смотрите, котик тут за ночь написал нам. Может, думаю, может быть, даже буду брать еще. Потому что реально он компуется. И нет таких желтых гранул, как после стандартного силикогеля, который тоже мне нравится, но желтые граны заполняют весь лоток. И все, ведь не эстетичный запах тоже. Этот без запаха, насколько я слышу. В принципе, это тоже хорошо, я думаю. Вот, смотрите, реальные комочки. Очень даже приятно. Сейчас подсыпем до нормы. 3-4 сантиметра необходимо насыпать. Еще раз покажу наполнитель. Вот так он выглядит. Ищите, он первый называется, и все. Спасибо всем за внимание.